Всем привет! Вы на канале «Современные родители». В этом видео речь пойдет про сушилку Kit Ford KT1908. Чтобы не пропустить новый обзор, подпишитесь на канал и активируйте колокольчик для уведомлений. После просмотра переходите в комментарии, там вы сможете поделиться мнением. И не забывайте ставить лайки. А ссылки на выгодные цены и актуальное наличие вы найдете в описании. С электросушилкой Kit Ford KT1908 у вас под рукой будет всегда живая еда. Прибор насушит на всю зиму помидоры, кабачки, баклажаны, клубнику, абрикосы, персики, тыкву, грибы, зелень, рыбу и многое другое. 9 металлических поддонов, 9 поддонов с бортиками для пастилы и 9 сеток помогут разместить внутри сушки абсолютно любые продукты. Прибор имеет строгие формы и минималистичный стильный дизайн. Дверца полностью снимается, через нее удобно наблюдать за ходом сушки. Низкий уровень шума устройства и экономное электропотребление позволяют обрабатывать продукты в ночное время. Модель управляется с помощью кнопок, расположенных на верхней части корпуса. Параметры отображаются на дисплее. Сушилка оборудована большим мощным вентилятором, что обеспечивает равномерный горизонтальный обдув всех 9 поддонов. Поток воздуха направлен горизонтально, поэтому запахи продуктов с разных поддонов не смешиваются. На сушилке можно установить температуру сушки в диапазоне 35-70 градусов Цельсия с шагом в 5 градусов. Сушилка оснащена таймером до 19,5 часов с шагом 30 минут. При горизонтальном обдуве при одновременной сушке разных продуктов смешение запахов минимально. По окончании работы сушилка издает звуковой сигнал, а на дисплее выводится информация «End». Предусмотрена функция прерывания работы сушилки. Вентилятор охладит нагревательный элемент и прибор отключится. Сушилка оснащена аварийной защитой от перегрева. В задней части корпуса находится термопредохранитель. Я проанализировала отзывы и выделила основные негативные и позитивные моменты. Сейчас расскажу о них. Сначала отрицательные. Сигнал о выключении громкий. Корпус из пластика. Цена. Короткий шнур. Теперь перейдем к положительным. Вместимость, конструкция. Горизонтальный обдув. Простота. Металлические сетки. Отлично подходит для сушки мяса. Отлично все просушивает. Практически бесшумный. Металлические сетки дополнены пластиковыми. Мощность нагревателя приличная. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход нового обзора. Жду вашу поддержку, поэтому ставьте лайки и пишите комментарии. До скорой встречи на канале «Современные родители».